Наталья Александровна уже несколько лет отвечает на звонки жителей Орска. У кого-то нет холодной воды, где-то авария на водопроводе, а кто-то не знает о плановом отключении в связи с ремонтом сетей. Да, хорошо. Заявку приняла. Орский водоканал готовился к грядущей зиме тщательно. Удалось произвести текущий капитальный ремонт уличных водопроводных и канализационных сетей, водозаборных колонок и насосного оборудования. Работа большая была проведена, и мы неоднократно отчитывались и перед правительством области, и перед главой города о том, какие работы были выполнены до начала, так сказать, зимы, до начала отопительного периода. Удалось заменить несколько километров водопроводных сетей, удалось отремонтировать тепловые сети, ряд камер, задвижек поменяли, мы большое количество теплоизоляции очень много восстановили. Погода в этом году долгое время была на стороне коммунальщиков, позволила завершить все работы до начала отопительного сезона, заранее проверить все стояки и каналы. Конечно, без штатных ситуаций не обходится. Вопросов, конечно, остается очень много. Я не буду рассказывать про недостаточность средств, про те объемы, которые хотелось бы сделать, но их нигде не предусмотрено ни в тарифе, ни в каких-то инвестиционных составляющих. Вот. Но, тем не менее, что запланировано, было выполнено. Выпавший накануне снег также не стал неприятным сюрпризом. Вся снегоуборочная техника давно уже дожидается своего часа. Ирина Лунева, Евгений Лунев. Новости дня.